Во-первых, всем привет и с наступающим вас моим днем 666-летия. Во-первых, спасибо, вот первая часть, прибор куплен. Прибор стоит у меня под ногой, является собой просто гитарный эмп новой технологии. Вот, современной технологии, которая полностью заменяет Tube Amp. Как он заменяет и все, мы сейчас услышим вживую, без саундкардс, без ничего. Просто iPhone и просто прибор и Marshall с динамиком 10 дюймов. Окей. Звучит оно примерно так, чтобы мне вам сыграть такое. Ну окей, такое. Тут лезет что-то, окей. Чистый звук. Пальчиками, теперь пиком. Чистый, чуть-чуть немножко кранча добавлено. Вот, теперь мы делаем что? Теперь мы играем, ну, допустим, пешку. Ну, допустим. Классно звучит, правда? Я считаю, что очень хороший звук. И я им буду пользоваться. Мощи сейчас используется, ну, где-то на одну четверть всего, да, на 10-дюймовый динамик. В концерте это будет, ну, допустим, в 4 раза увеличенная мощность, соответственно, будет громче намного, но с тем же качеством все звучать. Итак, еще раз большое всем спасибо. Вот приборчик, да, а вот под ногой на меня стоит, и мы с вами, наверное, сыграем еще что-нибудь, да, такое. Сейчас посмотрим. Мы уже играли. Да. Давайте блюзик сыграем, окей? Спасибо. Вторая часть Маргедонского балета будет обязательно куплена, вне зависимости от того, что будет у вас тут происходить, то есть у нас с вами с пожертвованиями, но она будет куплена и представлена уже на видео с концерта, который, я очень надеюсь, мы запишем в ближайшем будущем. Кстати, да, на этой неделе начинается тур, так что спешите, спешите получить доступ к видео, аудио и прочим. Все, обнимаю всех, всех люблю, большое спасибо, пока.